Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 1. Урок 8. Рассмотрим задание. У нас в мешки положены геометрические фигуры. А наверху стоят знаки «равно» или «не равно». Мы должны определить, одинаковое ли количество фигур в первом и втором мешке. В первом случае у нас получается неравенство. Это разные фигуры. Попробуем найти соответствие фигур из первого мешка и из второго. Треугольник и треугольник во втором. Круг в первом мешке и круг во втором мешке белый. Квадрат в первом мешке белый, а квадрат во втором мешке красный. Значит, мы не можем найти соответствие между этими двумя фигурами. И аналогично треугольник. В этом мешке красный треугольник, а в этом мешке белый треугольник. Поэтому мы ставим знак неравенства. Рассмотрим фигуры во втором случае. Зеленому квадрату из первого мешка соответствует зеленый квадрат из второго мешка. Белый круг из первого мешка есть белый круг из второго мешка. Белый треугольник из первого и белый треугольник из второго. Желтый треугольник из первого и желтый треугольник из второго мешка. Поэтому между этими двумя мешками мы можем поставить знак равенства. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.